Здравствуйте, дорогие наши друзья! Всем доброго дня, рады вас приветствовать. Ну что ж, хотелось бы вам показать Тимку, нашего маленького красавчика. Мы едем сейчас в клинику к Сергею Гершову. Как вы можете наблюдать, Тимка со своей любимой игрушкой обязательно обнял ее, без нее никак. Вот так вот он спокойно едет, без нее ему некомфортно. И он беспокоится. Вот. Он не понимает, куда мы едем, потому что у него всегда, конечно, ассоциация – это бокс, фиксация ремнями безопасности. Это, конечно же, прогулка, когда мы едем гулять куда-нибудь в поле. Ну, сегодня мы едем в клинику. Для него очень сегодня важный день. Скажи, как важный день? Это что такое? Для него сегодня очень важный день. Делаем рентгены. Сергей говорит, скажи, какие рентгены? Это как? Делаем рентгены. Сергей сегодня говорит, можно ли будет ему гулять. Мы очень надеемся, что он разрешит. И я думаю, что вы тоже об этом, не побоюсь этого слова, мечтаете, да? Чтобы котенок наконец-таки смог хоть как-то ходить, как-то взаимодействовать с окружающей средой. Вот. Скажи, Витя, снимай меня поближе. Чего ты убираешь телефон, да? Поэтому, дорогие наши друзья, очень сильно надеемся, что динамика у него положительная. Обязательно постараюсь все это заснять. Видите, все, игрушка рядом. Жизнь удалась. Вот. Очень сильно надеюсь, что все будет у него хорошо. Нам все разрешат гулять, играть. Ну и далее, конечно же, будем только прорываться вперед, только чтобы у нас все улучшалось, потому что Тимка действительно для вас, для всех любимчик. Вот, друзья, вы представляете, насколько зависит один маленький рысенок от одной игрушки, которая просто случайно попала к нему. Мой племянник решил показать ему эту игрушку, и вот Тимка как-то сразу в нее влюбился, и она была с ним, эта игрушка, в самые сложные времена, когда Тимка не мог ходить, когда эта игрушка была для него опорой, он не мог нормально даже лежать, ему было больно, и эта игрушка, он подползал к этой игрушке, ложился на нее боком, чтобы на больной лапе не так сильно давать нагрузку и лежать и отдыхать на ней. Урчит, возможно, будет слышно. Вот, эта игрушка была с ним с самого начала. Конечно, ну, думаю, что до взрослого возраста она с ним не дотянет. Но пока Тимка болеет и ему нужна помощь, вот это для него, конечно, очень важный такой член семьи. Поэтому, дорогие наши друзья, мы в дороге, у нас все хорошо. Очень надеемся, что Тимке разрешат и скажут все только в положительном ключе. Естественно, сразу же вам расскажем, все сразу покажем. Засниму все, что там происходит у нас на приеме, что будет происходить. Постараюсь сегодня сделать видео и загрузить его, потому что знаю, насколько для вас это важно, насколько вы переживаете за него и хотите быть в курсе всего происходящего. Поэтому, дорогие наши друзья, всем прекрасного дня, ну а нам удачи, потому что очень важные сейчас будут у нас мероприятия. Тимка. Тимка.